Ну что, надо быстро, 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 быстро. О, спасибо. Так, что еще? Все? Все. Начинаем наши приключения по знаменитой Шучинщине, жемчужине Беларуси. Ну что, первые километры нашего очередного похода. Так, улыбайтесь и машите руками, пока у вас еще не появилось отвращение к походу и вообще ко всему этому мероприятию. Ну вот, мы тихим сапом добрались до желудка. Мы добрались до усадьбы, даже не до дворца Четвертинского, и он закрыт. Ну мы нормальные, потому что все-таки додумали в 7 утра приехать, со словами «откройте нам, пожалуйста». Ну что, мы находимся в центре туристической Мекки, желудок. Я так понимаю, все участники просто потеряли дар речи от восхищения, то, что они не ожидали увидеть такое. Ну что я вам скажу? Действительно, доллары были придуманы в желудке. Так как в самом желудке мы ничего особенного и не увидели, возвращаемся к дворцу. Сейчас попробуем дозвониться до сторожей, чтобы нам открыли. Пойдем на экскурсию. Ну что я вам скажу? Очень милый здесь получается, кто это, наверное? Даже не охранник, а как это дядечку называют правильно? Смотрите, очень, очень милый смотритель. Он не сразу нас послал нахер, так очень вежливо сказал, говорит, конечно, в 6 утра мы ему позвонили, сказали, придите, откройте нам. Он очень вежливо сказал, что обязательно придет и засунет нам ключ. Теперь у нас есть ключ от этой усадьбы. Мы теперь... Так. Блин, а я палку не взял, чтобы фото сделать такое красивое, какие мы тут... О, знаете, что мы сделаем? Мы можем сейчас сесть на ступеньки все дружненько. Поставить фотоаппарат, правда, я треногу не взял. Да, мы вначале сфоткаемся. Сейчас мы проведем. У нас есть селфи-палка. Селфи. Так, у нас взяли специальный селфи-кирпич. Целюсь, чтобы было понятно, что это мы. Кирпичи нормальные, фотограф просто у нас такой. Еще раз попробуй. Так, все, прицеливаюсь. Опять бегу. Вот так происходит съемки шедевров. Вот это красотища. Так а что, здесь казарма была, да? Вот так вот. Рукомойнички были. Ну, здесь тоже. Это для ножиков. А здесь рукомойнички были. Не трогай. Настолько сохранившуюся усадьбу мне еще ни разу не удавалось. Сейчас мы пока по первому этажу походим, посмотрим.
Так, а здесь, наверное, клуб был с этой стороны. Подвал-то, подожди, начать давайте наверх, потом в подвал. Ну ладно. Пошли, 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 пошли. Душевая, наверное, какая-нибудь. Коптерка, стопудово. Почему? Я думал, на первом этаже коптерка. Не, коптерка стопудово. Так, на втором этаже не видно. А вы второй есть прошли? Я уже прошел. Ты до конца прошел второй? Я все, пару комнат. Он, как, не может быть, должен быть проход. На другую? На другую? Да, там, значит, да? На другую помещение пойдем. Укрепили. О, нормально. Блин, жалко, я говорю, фонарика не взяли. Тогда же здесь там канализация какая-то была. Мы сейчас поверху, наверное, сможем. Ищишь, на какого гвоздя, может, Леша найдет. Исторический гвоздь какой-нибудь. А, бутылка историческая. Да. Блин, жалко, что окошко не открывается. О, гули. Тоже, да, бутафорская. Но красиво. Опа. Ой. А, лестницу нашли? Ой. Самая старая надпись, которую я нашел на стене, это 1962 год. Ну что, пошли в подвал тогда? У нас еще осталось самое интересное, подвал. Так, а вот центральная, здесь с этой стороны где-то была. Это тоже укрепление. Ух, как красиво. Вадим. Сейчас. Лёха, подожди, вы не попали в объектив. Нет, кстати, и Вадима тоже не хватило. Нет, Вадима не то, что не хватило. Фото вспышки не хватило мощности, так далеко. Давай фото. Далеко вы стояли. Сейчас. Вот. Вот это лестница. Просто для того, чтобы это увидеть, сюда можно съездить. Не, ну вы улыбались хоть немножечко, а то вы такие лица делаете серьезнее, чем даже, чем у меня. Ты что сделал-то? Дырочку. Это касса. Нет, не, понятно. Это касса, вот она. Видишь, она даже железом обита. Нет, они вот с той стороны входили. В кассу сюда билетики давали и ходили, смотрите это кино. Ой, Ленин и бревно на фильм ходили. Или какой там фильм мы знаем? Пошлите в подвал, у Лёшки есть свет.